Yes. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda. Ома гьяна тимирандася, гьяна джана шавакая, чакшуран ментана, тасмай ши гураве намаха. Ши чайтанья манопиштам, стапитам ена бутале, сваям рупа кадамахьям, дадати свападантикам. Ванча калпата рубяща, крипа синду веяча, патитам паванипхио, вайшнайпхио, намо намаха. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхакти Виданта Свами Нитинане Намасте Сарасвати Деве Горавани Прачайне Нирвишеша Шуньявади Паштатя Деша Тарине 11 Нандамта Эджанья Чепунах Пунаха Шима Крупа Парамбуджо Дурисян Джанма Джанани Продолжение предыдущей лекции. We continue the previous lecture today. Напомню, что мы говорили о том, что чувства преданных, возвышенных преданных, особенно те чувства, о которых мы читаем в Шримад-Бхагаватам, ну, очень трудно понять самому. It is very hard to understand the elevated feelings of pure devotees about which we read in Шримад-Бхагаватам. Так как сегодня должна быть лекция по читанию Чайтамрити. As today it should be the lecture on Chaitanya Charitamrita. Мы можем найти также в этом произведении, Кришнадаса Гаурадаса Госвами, много эпизодов о том, как преданные не понимали других преданных. We can find a lot of episodes how in this masterpiece of Кришнадаса Гаурадаса Госвами also how different devotees couldn't understand another devotees. Или как преданные не понимали Господа Чайтанья. How devotees couldn't understand Lord Chaitanya. До сих пор его мало кто понимает. And even now only a few understand him. Что действительно он хотел. What really he wanted. Мы читаем всего лишь одному человеку, повторяя мантру, что тот понял, что хотел Господь Чайтанья. Ну, одному человеку только произносим такую мантру, каждый раз перед лекцией, который понял, что хочет Господь. Before the class we chant only one mantra to once only one person who really understood the desire of Lord Chaitanya. Шри Чайтанья манопиштам стапитам яна бутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам. Ну вот, Рупа Госвами понял. Рупа Госвами understood. Причем про Рупу Госвами в самой Чайтанья Чаритамрите говорится, что Господь Чайтанья сказал, да, я вложил в него свою милость, поэтому он меня понял. In Chaitanya Charitamrita it is stated about Rupa Goswami that Lord Chaitanya invested his mercy in Rupa Goswami, to Rupa Goswami, therefore he understood him. Когда спросили, а как он понял твое сердце, Господь Чайтанья? When Rupa Goswami was asked, when Chaitanya Mahaprabhu was asked, how this Rupa Goswami understood your heart? Наверное, ты пролил на него особую милость. It seems that you gave him special mercy. Господь Чайтанья сказал, да, я в прояге его встретил, понял, что это, ну, мне нравится он просто. Lord Chaitanya answered, I met him in prayag and I understood that I like him so much, therefore I bestowed some mercy on him. У него помимо каких-то своих
наработок, особенностей, то, что он может делать, да, то есть качеств Рупы Госвами, у него появилась какая-то вот связь с Господом Чайтаньей на уровне эмпатии. Besides his own qualities and abilities, Rupa Goswami attained some connection to Chaitanya Mahaprabhu on the level of empathy. Потому что кто-то может быть очень возвышенный, умный такой, мудрый. Ну что-то мне с ним не хочется вообще. Someone may be very intelligent, very clever, may be elevated, but I may feel that I don't like to associate with him. Ну не хочется вот полную милость пролить. I don't want to give him full mercy. А кому-то хочется. And someone I want to give. И Господь — личность. And Lord is a person. В шастрах говорится, только тот понимает Господа и увидит Господа, и встретится с Ним, кому Господь лично даст такое позволение. Вот выберет его, прямо так, выберет. In Shastra it is stated that the only person who can really meet the Lord is because of Lord's own choice, that Lord will choose him and give him some mercy. Это шастра, и никуда от этого не деться. It is shastra, and we should accept it. Ты можешь возмущаться сколько хочешь. You may argue as much as you want. Но ничего не изменится. Nothing will change. Вчера Госвами Махарадж в лекции говорил, что должен согласиться с тем, что ты можешь повторять, и ничего. Yesterday during the class, Gosai Maharaj told us that you should accept this fact that you can chant, and nothing will happen. И пока ты это не примешь, у тебя, значит, детская любовь. And if you doesn't accept this, then it means that you have a child-like love. Как ребенок любит папу, он любит папу. Like a child may love his father. Ну просто вот по определению. Маму, папу люблю. He loves mother and father. Yes, I love them. Mm-hmm. He tell. Но как только они что-то ему не дают или как-то ведут себя не так, как хочет ребенок, сразу они плохие. But if his parents don't give him something which he wants, or they behave in the way which he doesn't like, then he may think that they are bad. И мы так: Кришна тебе нравится? Конечно. And we also may ask, do you like Krishna? Yes, of course. Of course. Ну, как только 5-10 лет что-то повторяешь, ничего, что-то Кришна мне не нравится. But if after 5-10 years while chanting, if you will not feel any result, you may think that I don't like Krishna yet. И чтобы просто сделать нашу любовь возвышенной, взрослой, Кришна будет тренировать нас. And in order to make our life elevated, like adultery love, then Krishna will train us. Поэтому очень важно читать о том, как преданные любят Кришну, Кришна любит преданных, и пытаться понять эту любовь, взрослую любовь. Therefore, it is very important for us to read how Krishna loves his devotees and how his devotees love Krishna and try to understand this love. И хотелось тогда вот читать Чайтамриту, значит, мы прочтем из Анти Лилы. We will read from Chaitanya Charitamrita Antya Lila. 8 глава. 8th chapter. Рамачандра Пури осуждает Господа. Рамачандра Пури criticizes the Lord. Ну, то есть про Рамачандра Пури понятно, что он всех критиковал. It is obvious that Рамачандра Пури criticized everyone. И в том числе Господа. То есть он не понимал. And also he criticized the Lord. Чайтанью. He didn't understand Lord Chaitanya. То есть понять вообще возвышенную любовь невозможно своим умом. Possible just by mind to realize the elevated love. Преданный может есть, может не есть. Devotee may eat something, may fast, may not eat. Может жить в шалаше, может жить во дворце. He can stay in the castle or he can stay in very simple hut. Прабхупада говорил: меня как корову поместят меня в шалаш. С Горгой я с вами буду в шалаше жить. Поместят меня в Empire State Building, там какой-нибудь там. Ну какой-нибудь вообще там. Дворец там. Ну, буду там жить.
Шрила Прабхупада told that I'm like a cow. If Krishna will put me to just simple hut like with Gorgavinda Swami, I will stay here. If Krishna will put me in some luxurious apartments like in Empire State Building, I will stay there. Поэтому здесь начало очень красивое про то, как Рамачандра не понял своего гуру. Therefore, here is a very beautiful beginning described how Ramachandra didn't understand his guru. Нашел 19 текст. 19th verse. Мадхавендра Пури повторял святое имя Кришны и время от времени рыдал. О мой Господь, не получить мне прибежище в Мадхуре. Мадхавендра Пури was chanting the holy name of Krishna, and sometimes he would cry, "O my Lord, I didn't get shelter at Mathura." Затем, не от большого ума, Рамачандра Пури позволил себе дать своему духовному учителю наставление. Then Ramachandra Puri was so foolish that he fearlessly dared to instruct his spiritual master. По-английски правильно переведено. По-русски мягко так, не от большого. In English it is proper translation. In Russian it is very softly. It is said that Ramachandra Puri didn't have much intelligence. Потому что первая строчка Рамачандра Пури Табе Упадеше Тандре. Ну, окей, дал наставление. First line means that Ramachandra Puri gave some instructions. Шишья Хана Гуру Кекаге Бхая Нахикари. Бхая, он просто даже страха не чувствует. Бесстрашно дал наставление гуру вообще. Bhaya means he didn't feel any fear. Fearlessly he gave these instructions. И здесь опять, то есть у нас непонятно, как это пойдет, все. Хочется много чего объяснить. I want to describe, to explain a lot of things today. Потому что как общаться со старшим? How we should associate with senior devotee? Как общаться с гуру? How we should associate with guru? Если ты не поймешь сердце гуру, ты не сможешь с ним общаться правильно. If you don't understand the heart of guru, you won't be able to associate with him properly. Чтобы понять сердце гуру, надо быть близко к нему. In order to understand the heart of guru, you should be close to him. Как только подойдешь ближе к нему, обожжешься. But as soon as you come close to him, you may be burned. Царь, гуру, женщина, огонь, не подходи близко. King, guru, woman, like a fire, you should not come close. Слишком близко. Too close. С одной стороны, Рупа Госвами говорит, нужно вишамбена гуру всего, служить гуру с вишамбой, с близостью. From one side, Rupa Goswami tells us that it should be vishambena guru seva. You should serve guru with vishamba, in close association, with close feelings. Close feelings. Close feelings, yeah. Очень дружеские отношения, близкие отношения. Very friendly relationships. Но ты не можешь их получить, если нет особой милости. But you can't attain them if you don't have special mercy. Потому что по определению ты старшего не можешь понять. Because it is obvious that you cannot understand the senior. И ты можешь начать пытаться приближаться к гуру и не понять, а гуру может раз и срезать эти отношения. You can try to come closer to Guru, and Guru can cut such tendency in these relationships. И ты не поймешь, что такое. And you may not understand what is happening now. То есть вообще со старшим невозможно ничего понять. It is impossible to understand anything in relationships with senior devotees. Но все равно надо вишамба. But you still need to have this vishamba. Потому что как ты можешь служить кому-то, не зная его сердца? Because how can you serve someone if you don't know his heart? Как ты можешь служить Гауранге, не зная его сердца? How can you serve Gauranga if you don't know his heart? Подходить на алтарь и просто крутить там что-то? You just go to the altar and just take something and spin it. Seven times. Семь раз. Как ты можешь служить Радарани без прасанга севы? How can you serve Radharani without prasanga seva? То есть это прасанга сева — это тогда, когда ты понимаешь сердце, чувство, бхаву.
Prasanna Seva means that you understand the heart, the feelings, the bhava of the person. Потому что остальное называется простое служение, там помыть что-то, даже цветы, там гирлянду сделать, это паричари сева называется. Because other types of simple service, like to wash something, to make garland, it is called паричари сева. Это, конечно, хорошо сделать что-то для гуру, для старшего, для Господа. It is very good also to do something for guru, for senior, for the Lord also. Но ты никогда не будешь близко. But you won't be close to him just by this. И поэтому как все-таки стать ближе? So the question is how to come closer. И выход из этого, выхода два. And there are two solutions. Один это крипа. One is крипа, который очень редко. Which is very rare to attain. Так же как с бавой. Бава очень редка. Судурлабха. Same as Bava. Bava is very rare to attain Sudurlabha. И достигается она двумя способами. Абьяс, усилия. And it is погруженность в садхану. It is attained by two methods. There are two ways to attain it. Абьяс, to be absorbed in sadhana. Тивра йогена. Тивра бхакти йога. Сильная практика. Strong practice. И второе это крипа. Милость. Second is крипа, mercy. То есть если Господь или старший прольет милость, ты его поймешь. If the Lord or the senior will bestow his mercy upon you, you will understand him. И тогда сможешь служить более качественно. And then you can serve him better. А второй способ вот это садхана, когда ты просто служишь. То тут Рупа Госвами сам советует, как служить святому имени, и это же переносится. Эти два условия переносятся на все, чему ты хочешь ближе быть. Что ты хочешь понять? Second method is sadhana, when you just serve, and Rupa Goswami explains how to one should serve the holy name, and these things can also be applied on every type of service. Анудинам и адарат. Каждый день, то есть постоянное служение надо выполнять. Anudina means everyday constant service. То есть если хочешь кому-то быть ближе и понять его сердце, нужно постоянно служить. If you want to come closer to the person to understand his heart, you should serve him constantly. Не просто выпендрился один раз и что-то сделал такое. Not just one time, you just did something special and then stop. Вышел, как махнул рукой там, 100 книг, 108 книг за день. You just appeared and you just take your hand and you just distributed 108 books. Все, и маха милость там сразу. And then маха mercy. Нет. No. Как мы видим, осторожно смотрят. Что это за вспыхнула звезда очередная? As we can see, such senior devotees look very precisely to understand what kind of star it is. Это просто вспыхнуло и погаснет? He just shining now, but after some time this shininess will disappear. Или это постоянно будет гореть? Or the star will shine constantly. И второе — адарат, уважение. And second is adarat, means respect. То есть вот эти постоянно повторять святое имя и с уважением. Два условия there обретения two, милости. Two conditions in order to attain mercy. You should chant constantly and you should do it with respect. Также и со старшим. The same is with senior. С гуру, с божествами. With guru, with the deities. Со Шримад Бхагаватом. With Шримад Бхагаватом. Со святым местом, Дхамой. With the holy place, Dham. Каждый день постоянно служить, какое-то служение выполнять. Every day constantly we should do some service. И с уважением, адарат. And adarat with respect. И тогда уже просто надеясь на милость, когда она придет, от тебя не зависит, на то она и милость. And then we just hope that mercy will come. It is not due ourselves the time in which this mercy will come. Я не могу приказать старшему пролить милость сейчас.
I cannot just tell the senior devotees you should bestow your mercy right now. Я столько служил. I did so much service. Кришна, я 17 лет служил. Oh Krishna, I served you for 17 years. I was distributing. Сколько books. Можно? How long I should wait still? Ты же говорил 18 дней. You told us 18 days. Может, перепутал что-то. Maybe you missed something. Day или год. Maybe. День или год. Может, перепутал что-то. Maybe you mixed day with year. И здесь такой очень хороший эпизод, что Рамачандра вот дал такое наставление. Если ты пребываешь в полном трансцендентном блаженстве, сказал он, надо думать только о Брахмане. Зачем же плакать? Рамачандра gives the following advice. If you are in full transcendental bliss, he said, you should now remember only Brahman. Why are you crying? С одной стороны, как бы можно подумать, посыл-то у него был хороший. Увидел, гуру плачет, как-то, чтоб лучше было. From one side, we may think that he had really nice intentions, because he saw his guru was crying and he was thinking how to help him. Обычно, если кто-то плачет, ты хочешь как-то помочь ему. Usually, if one cries, you want somehow help him. Но в том-то и дело, что еще раз не понять старшего. But the thing is still here. One can't understand the senior. Услышав такой совет, Мадхавендра Пури в сильном негодовании отчитал его, сказав: «Ступай прочь, грешный негодяй». Hearing this instruction, Мадхавендра Пури, greatly angry, rebuked him by saying, «Get out, you sinful rascal!» Дура, дура, попишь ты, Бали! Баричана Карила. Шрила Прабхупада пишет в комментарии. Рамачандра Пури не мог понять, что его духовный учитель Мадхавендра Пури чувствовал трансцендентную разобщенность или разлуку. Шрила Прабхупада states in his purport, Рамачандра Пури couldn't understand that his spiritual master Мадхавендра Пури was feeling transcendental separation. Его плач не был мирским. His lamentation was not material. Наоборот, его причиной был высший уровень экстатической любви к Кришне. Rather, it proceeded from the highest stage of ecstatic love of Krishna. Когда он рыдал в разлуке, мне не достичь Кришны, мне не достичь Мадхуры. When he was crying in separation, I could not achieve Krishna, I could not reach Madhura. Это не было обычным плачем материалиста. This was not ordinary material lamentation. Рамачандра Пури был недостаточно образован, чтобы понять чувства Мадхавендры Пури, и все же считал себя очень возвышенным. Рамачандра Пури was not sufficiently expert to understand the feelings of Мадхавендра Пури, but nevertheless he thought himself very advanced. Таким образом, он принял стенание Мадхавендры Пури за плач обычного материалиста и посоветовал медитировать на Брахман, потому что был скрытым имперсоналистом. Therefore, regarding Мадхавендра Пури's expressions as ordinary material lamentation, he advised him to remember Brahman because he was latently an impersonalist. Мадхавендра Пури понял, что Рамачандра заблудший глупец, и потому тут же пресек его. Мадхавендра Пури understood Рамачандра Пури's position as a great fool and therefore immediately rebuked him. Такой выговор духовного учителя, конечно же, на благо ученика. Such a reprimand from the spiritual master is certainly for the betterment of the disciples. То есть в любом случае шастры говорят, что любой контакт с васту, шакти, с духовной энергией приведет к благу. Шастра says that any contact with vastu shakti will give us benefit. То есть Шрила Прабхупада понятным языком объясняет, что все равно на благо. Шрила Прабхупада clearly states here that it is all for benefit. It all will give benefit. То есть у старшего или у Господа нет зла. A senior or lord does not have any anger in his heart.
Наверное, это не ангра, это, наверное, как по-другому говорится. Enmity and да. bad intentions. Враждебности. Да. То есть нет желания причинить вред другому. He does not want to harm anyone. И наоборот, у него есть всегда сострадание в сердце. And otherwise, he always have some compassion in his heart. То есть даже ругая, даже что-то, казалось бы, проклиная, да, как Нарада Муни некоторых проклинал, или, то это было на благо. Even if such elevated person chastise someone or curse someone like Narada Muni did, it is for this person's benefit. Поэтому Шастри советует, все равно, даже если ты не знаешь, как общаться, все равно нужно поближе быть. Therefore, Shastra advises us, even if you don't know how to properly associate, you should still be closer. Но настроение при этом общения. Постоянное служение и с уважением. But it should be a constant mood of service and respect in this association. Мантру специальную, которую нам советуют одеть на шее, это Трината Писа Ничина Тарура Писа Хишуна Аманина Манадна Киртания Садаха. Советуют на шею Кришнадаска Раджасвами. Кришнадаска Раджасвами instructs us that we should put this mantra on our neck. И если человек пытается развивать эти качества, то если он допускает ошибки в общении с другими, его прощают. And if one tries to develop such qualities, and even if he makes some mistakes in association with others, then he will be excused. То есть наоборот, ему будут стараться помочь, чтобы он избавился от какого-то непонимания. Even they will, other person will help him to give up some misunderstandings. Может даже и сострадание объяснит, то есть какие-то тонкости общения со старшими. And out of compassion they explain to him some details about association. И в принципе это будет происходить даже на самых возвышенных уровнях мы будем кого-то не понимать. And even when we will be on very elevated stages, we may not understand someone. Господа вообще никогда не поймем. We will not understand fully Krishna ever. А Господь даже иногда не понимает Радхику. And Lord even sometimes doesn't understand Radhika. Потому что любовь вообще необъяснима. Because love cannot be explained fully. Это всегда удивление, чамадкар. Ого, как повернулось-то все. It is always astonishment, чамадкар. Wow, wow, how it is moving. Когда Кришна сказал гопи, идите домой, они прибежали к нему в лес, он сказал, идите домой. When gopis left their homes and came to Krishna, Krishna answered them, please go home now. И простой текст, первый текст, Раджан, начинает Раджани. Темная ночь, гора Рупа, страшные животные здесь, все. Идите домой. А они не поняли этот текст. And Krishna told them in this first verse. То есть эти слова они не поняли? That it is night in the forest now, and there are very terrifying animals here, go Rupa, and he meant something, but they didn't understand what he meant. Причем Кришна на ходу просто, да, ну, на ходу сочинял это. And Krishna spontaneously compiled this. И по ходу разговора с гопи он понял, что он сам хочет теперь. And by the conversation with Gopi, he understood what he really wanted at that moment. Потому что в первом тексте, в первых словах, он допускает оплошность, ну как бы вот оплошность. Если он действительно хочет, чтобы они ушли, он говорит одно слово, которое говорит наоборот.
And even in the first word he make some mistake. If he really did want them to go home, but he taught this verse, one word which has another meaning, opposite meaning. Нет, я не говорил такого. Он говорит слово, которое наоборот? Нет, я такого не говорил. Maybe you can repeat, please, slowly. Он сказал слово, которое гопи не прослушали просто, не услышали. He said the word which gopi didn't hear. Он сказал сумадьяма. He said сумадьяма. И сумадьяма означает тонкостанные. Сумадьяма means with thin waist. И это может waist. И это означает только в Мадхурья Рас. It means only in Мадхурья Рас. И это означает, что Кришна привлечен ими. And it means that Krishna is attracted towards them. И одним словом он просто выдает то, что он хочет. And only with this one word he actually shows what he really wants. Но гопи не услышали и не поняли. But gopis didn't hear him and didn't understand. И Кришна в экстазе тогда начал наращивать. О, так это ж вкусно сейчас будет. Сейчас у нас что-то получится интересное. And Krishna in ecstasy started to continue such way of conversation while thinking that it will be so tasty. Теперь мы поменяемся ролями. Now we will change the roles. Потому что обычно мужчина добивается девушек. Because usually men struggles to get women's attention, acceptance. То есть правило Мадхурья Расы, чтобы было вкусно и приятно, это девушка должна отвергать юношу. According to the rules of Madhurya Rasa, in order to be cherishable, the woman should protest against, reject the intentions of the man. И это становится вкусным, когда юноша начинает добиваться. And it is really relishable when a young man struggles to get her acceptance, to be accepted by her. А тут поменялись местами. Кришна увидел: о, так вы ж, получается, сейчас показываете то, что вы прибежали ко мне и еще как бы, ну, показываете то, что вы согласны на встречу. Ну не пойдет, так раз и не работает. And now they change the roles. Krishna tells them, oh, now you showing that you left everything and came to me, and then you are eager to meet me. This is not the proper way. It should be not like this. И он занимает позицию такую: теперь не, я буду отвергать их внимание, а они пускай добиваются тогда. Now I will reject their attempts and let them to do more attempts in order to be accepted by me. И, то есть можно видеть, что практически во многих лилах кто-то кого-то не понимает. We can see that in many lilas there are some examples when someone doesn't understand another one. И особенно это вкусно, ну, то есть для игр это даже надо, чтобы так было. And it is really relishable, and for the lilas it should be like this. Джая Виджая не поняли, что с этими кумарами делать. Джая и Виджая didn't understand what to do with these кумарас. И как бы совершили ошибку. And it seemed that they did some mistake. Пришел Нараяна, начал говорить кумарам, какие вы хорошие. Нараяна came and glorified кумарас. Glorified. Я браманов так люблю. I love brahmans so much. Мои слуги сделали ошибку.
My servants made some mistake. Простите меня, пожалуйста, потому что я их господин. Please excuse me because I'm their master. И кумары такие стоят и хлопают глазами. And kumaras just stared on him and blinking with their eyes. И не понимают, что он говорит. And they didn't understand what he's telling them. Они понимают, что он их дурит. They felt that they cheated now. Что-то такое происходит. Наверное, что-то не то говорит вообще. They were thinking, oh, maybe it seems that he speaks something else, not the right. Что на самом деле, похоже, он своих слуг-то любит очень сильно. It seems that he really loves his servants so much. Он говорит, это мои слуги. He says, it's my servants. А это вы, браманы. And he says, and this is you, brahmanas. Я ради браманов отсеку свою руку даже. Ты кажется, так, вау, Нараян, ничего себе, так нас любит. For brahmanas, I can cut my own hand, and they may think, oh, Narayana loves us so much. А по-другому, вы чё, дураки, наделали-то? And other meaning is what you just have done, of foolish, of stupid people. Как вы могли проклясть? How could you curse моих слуг? My servants. Если все шастры говорят Тадия Самартинам, вы шастры должны служить всему, всем параферналиям Господа. If Shastra says Тадия Самартинам, we should serve all the paraphernalia of the Lord. Пришли куда-то, вас не пустили, вы прокляли. Ничего себе вообще. You came here, you was not allowed to come in, and you cursed. What is this? То есть такое поведение классное, да? What is the such kind of behavior it is? То есть кто-то кого-то не понимает. Someone usually doesn't understand another one. И сейчас хочется прочесть эпизод из тоже Чайтанья-чаритамрита. Это тоже Анти-лила. Чайтанья-чаритамрита, we read in Анти-лила. 14 глава. Chapter 14. И так, сейчас. Одиннадцатый текст. Начнем. Текст номер 11. Пожалуйста, послушайте это правдивое описание экстатических переживаний Чайтаньи Махапрабху. Please hear faithfully this description of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotions. Вот здесь важная вещь будет. Here very important thing. Так вы узнаете о его экстатической любви и в конечном итоге сами обретете любовь к Богу. Thus you will come to know of his ecstatic love, and ultimately you will achieve love of Godhead. То есть ачарьи расшифровывают, что такое любовь. Ачарьи раскрывают. Open for us this meaning, what is real love. И если ты будешь раз за разом слушать, знакомиться с этой возвышенной любовью, с этой бавой, ты сам обретешь эту бхаву. And if you listen to this elevated bhava again and again, you will finally attain it. Когда Чайтанья Махапрабху ощущал разлуку с Кришной, его состояние в точности повторяло настроение гопи Вриндавана, когда Кришна уехал в Матхуру. When Sri Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna, his condition exactly corresponded to that of the gopis in Vrindavana after Krishna's departure for Mathura. Стенания Шримати Радхарани во время посещения Удавой Вриндавана исподволь стали главной чертой трансцендентного экстаза Шри Чайтаньи Махапрабху. The lamentation of Shrimati Radharani when Uddhava visited Vrindavana gradually became a feature of Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental madness. Эмоции Шримати Радхарани, свидетелем которых стал Уддхава, в точности соответствовали переживаниям Шри Чайтаньи Махапрабху. Он всегда чувствовал себя на ее месте, и иногда казалось, что он сама Шримати Радхарани. Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotions exactly corresponded to those of Shrimati Radharani when she met Uddhava. The Lord always conceived of himself in her position
And sometimes, though that he was Shrimati Radharani herself. И дальше вообще изумительный текст, 15-й. Next verse is very beautiful. Таково состояние трансцендентного безумия. Почему это трудно понять? Such is the state of transcendental madness. Why is it difficult to understand? Ну почему это трудно понять? Why is it difficult to understand? Трансцендентное безумие. Transcendental Что madness. Сложного, да? Вот, what's the difficulty? Это экстаз Кришнадаса Раджгасвами. This is the ecstasy of Krishnadasa Rajagasvami. То есть на самом деле он не говорит о том, что это легко понять. Actually, he does not speak here that it is easy to understand. Он призывает к тому, чтобы мы начали изучать это. He requests us to start to study this, to learn this. То есть, как бы он говорит, это не трудно понять. Начни просто в ту сторону двигаться. He tells us actually it is not very hard to understand. Please start moving towards that goal. Что если ты вначале не понял? If in the beginning you didn't understand. Ничего страшного. It's okay. Продолжай слушать. Please go on hearing. С каждым разом, с каждым слушанием у тебя будет открываться все больше и больше. Every time while hearing you understand more and more. Поэтому он говорит, то есть он как бы encourage, он вдохновляет нас изучать это. He encourages us to study. То есть он не говорит, что о, что так сложно понять трансцендентное безумие, это и безумно сложно понять. He doesn't say that, oh, this transcendental madness, it is not possible to understand. He doesn't say like this. Но на самом деле это трудно понять. But really, it is not easy to understand. Кто там понимал? Who understood that? Кто на стороне Господа Чайтанья там в Пуре понимал? Who understood the mood of Lord Chaitanya in Jagannath Puri? Сварупа Дамодара и Рамананда Рай. Остальным был вход воспрещен туда ночью, в Гамбиру. Everyone else was not allowed to come to Gambira at night time. Потому что малейшее непонимание тонких чувств может привести к тяжелым последствиям. Even a little misunderstanding of the set of feelings can cause very hard results. Тебе могут тогда показать на твое место, сказать, иди-ка ты подальше отсюда. Then you may they may show you your proper place and tell you, please go away from here. Не лезь со своими комментариями. Don't come here with your commentary's purpose. Сварупа Дамодара не давал Господу Чайтанье слушать ничего из сочиненного другими, пока сам не проверял это. Сварупа Дамодара Госвами didn't give Lord Chaitanya anything, any composition which was compiled by another Vaishnava if he didn't tested it himself. То есть сначала Сварупа Дамодара проверял, понравится ли это Господу Чайтанье или нет, чтение этого произведения. Firstly, Sarupa Dhammadhara checked this any composition if the Lord Chaitanya will like it or no. Когда человек значительно возвышается в любви к Кришне, он превращается в трансцендентного. Это превращается в трансцендентное безумие, и он начинает говорить как сумасшедший. When one is highly elevated in love of Krishna. He becomes transcendentally mad and talks like a madman. И это то, о чем мы говорили в прошлый раз. This is the thing which we discussed last time. Мы говорили о том, как царицы Двараки, Дварака Махиши, в безумии, в Премавачите, они думали, что Кришны нет, и говорили как безумные. We talked how Dvaraka Mahishas, the queens of Dvaraka, in their transcendental
madness, prema vaichintya, they thought that Krishna is that they are separated with Krishna while being near him, and they talked in madness. Неужели трудно понять? Is it difficult to understand? Это невозможно понять. It is not possible to understand. Нужно любить так же, как они. We should have Krishna. The same love to Krishna as they had. Чтобы понять то, о чем они говорят. In order to understand what they are telling us. О, птицы курари. О, бёд курари. Оспрей. 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 Орлик. О, по-русски. Ты так кричишь в ночи. You cry so loudly at night. Так горько стенаешь. You cry so bitterly. И я специально привел пример не из Вриндавана, потому что Вриндаван еще сложнее будет понять. I give this example not from Vrindavan Lila, because Vrindavan Lila is even more difficult to understand. Потому что и даже сами царицы Двараки, они обрели это возвышенное состояние только из-за того, что чуть-чуть аромат уловили настроение гопи. Even these queens of Dwaraka, they attained such elevated emotions only because they felt inhaled little aroma of gopi's mood. И это не в буквальном смысле. And we doesn't mean this literally. Поскольку на самом деле причина этого — это милость гопи к ним. Because the real cause, the real reason is gopi's mercy towards him, them. Потому что возвыситься на другой уровень любви своими силами невозможно. Because to uplift, to go to the next stage of love just by our endeavors is not possible. Гопи просто их настроение любви к Кришне. Просто послушайте. Послушайте настроение любви гопи. Just listen to the mood of gopi's love. Эти жители, эти царицы Двараки, жены Кришны, они не умеют, не могут любить Кришну. They say that these queens of Dwaraka, they don't know how to love Krishna. Кришне с ними плохо. Krishna is feeling bad in their association. И это не зависть. And it is not envy. Это чистая любовь. It is pure love. Они хотят, чтобы Кришна был счастлив. They want Krishna to be happy. Но Кришна там несчастлив. But Krishna is unhappy there. Потому что его жены не такие возвышенные в Because любви. His wives are not so elevated in their love. И что мы сделаем, допустим, в таком положении? And what can we do in such position? Подвиньтесь. Just go aside. Если кто-то служит хуже, но он как бы ближе к гуру, а я лучше, подвинься. If I can serve better to guru than another person who is more closer to him, then I can tell him, please move aside. Я буду ближе, я лучше. I should be closer. I am better than you. Так? Is it so? А любовь означает, давай я тебя потренирую. And love как means, служить лучше гуру. I will train you, and then you can serve guru better. Давай я тебе расскажу тонкости, о которых ты не знаешь, и твое служение станет лучше. Let me tell you some subtle things about service which you don't know right now, and then your service will become better. Твое распространение книг, служение кому? Тебе или Шриле Прабхупаде?
your book distribution is you serve yourself or you serve Шрила Прабхупада? Ты хочешь быть лучшим в своем служении или ты хочешь просто служить Прабхупаде? You want to be the best in your service or you just want to serve Шрила Прабхупада? Если ты хочешь лучшим быть, пускай все остальные меньше знают, чем я, как распространитель. If you want to be the best, then you may think that let everyone else know less how to distribute books than me. Я чуть-чуть вам помогу, дам семинар по распространению книг. I will help you a little bit, give some seminar on book distribution. Но самые секреты ни за что не расскажу. But the secrets I will not tell you anyway. Что это? What is this? Зависть, ревность. It is envy. Причем полностью материальный. And the spirit of competitive spirit, it is fully material. Потому что если ты бескорыстно, хайтукья пратихата, хочешь служить Шриле Прабхупаде, в распространении книг помогаем, ты всем другим передашь свои секреты. Запросто. If you selflessly, without any external motivation, a high to kya pratihata, you want to serve Shiva Prabhupada in book distribution, then you will give all your secrets to everyone else who wants to do the same service for free. Поэтому гопи внутри желали, чтобы эти махиши стали получше в любви. Therefore, gopis in their heart, they wanted these mahishas to progress in their life. Если уж Кришна с ними, if Krishna is now with them, пусть Кришне будет лучше. Let Krishna be more happy. Пускай эти жены, их качество любви будет лучше, будет лучше. Let the quality of love of these wives of Krishna will be better, higher. И понятно, что оно улучшилось за счет этих молитв. It obviously went up due to these prayers. Но оно не может быть выше потолка, который в Двараке. But it can be cannot be higher than the limit which is in Dwaraka. Потому что лила тогда не будет работать. Не будет гладко все в лиле. Then it is not proper for lila to go on. Там определенная любовь в Двараке. In Dwaraka there is particular love to Krishna. Потолок в этой любви, трудно сказать, что есть какой-то потолок, потому что любовь должна все время расти, Ананда Будды Вардана. То есть любовь должна все время расти. It is hard to say that there is some limit to this love, because spiritual love should always grow, Ananda Будды Вардана. Но все равно она идет параллельно, в другой какой-то плоскости повышается. Она никогда не станет гопи бавой. But it grows in another dimension. It will not be gopi bava. И никогда не превратится их бава в маха баву гопи. And this bava of kings of Dwaraka will never become a gopi maha bava of gopis of Vrindavana. Это насчет прошлой лекции. It is regarding the previous lecture. Вы еще хотите что-то послушать? Do you want to listen more? Сегодня все равно у вас будет два пира. Today we have two feasts. Да? Breakfast, lunch and lunch. Тамила. Lunch and Swiss lunch. Okay. And what will be tomorrow? Будет мало кушала. Давайте послушаем еще с вами что-то, что нам поможет в воспевании святых имен. Now we can listen something which can help us in our chanting the holy names. Тоже мы мало чего поймем. We may not understand a lot from this. Ачарьи пытаются нам объяснить как-то. Ачарьи try to explain to us. Это глава из 10-й песни Шримад Бхагаватам.
This is tenth canto of Shrimad Bhagavatam chapter. Как Камса прислал Акруру забрать Кришну Баларам? How Камса sent Акрура to take Krishna and Balaram to Mathura? И когда уже Акрура стал увозить Кришну, то плач гопи называется Вираха Гита. And when Акрура started to take Krishna by his chariot and Balaram from Vrindavana, gopis cried, and that cry is called Viraha Gita. И я не всю часть прочту, чтобы мы в какое-то настроение попали и прочитали, с вами произнесли три имени Кришны в более подходящем настроении. I will read it for you, and you try to stay in such a mood that you can chant these three names of Krishna in a proper mood, which are here. Жестокосердный Кришна уже взошел на колесницу. Это 27 текст. 38-39. Chapter. Nine, уже возит. Жестокосердный Кришна уже взошел на колесницу, а глупые пастухи спешат за ним на своих повозках, запряженных валами. Даже старшие не пытаются остановить его. Судьба сегодня отвернулась от нас. Hard-hearted Krishna has already mounted the chariot, and now the foolish cowherds are hurrying after him in their bullock carts. Even the elders are saying nothing to stop him. Today fate is working against us. Давайте же подойдем к Мадхаве и остановим его. Let us directly approach Madhava and stop him from going. Что смогут сделать нам старшие члены семей и другие наши родственники? What can our family elders and other relatives do to us? Теперь судьба разлучает нас с Мукундой, и сердца наши уже разбиты, ибо мы не в состоянии оставить его даже на мгновение. Now that fate is separating us from Mukunda, our hearts are already wretched, for we cannot bear to give up his association even for a fraction of a second. Когда Кришна собрал нас вместе на поляне, чтобы танцевать танец раса, где мы наслаждались его пленительными улыбками, его завораживающими сокровенными речами, его игривыми взглядами и его объятиями, долгие ночи пролетели как одно мгновение. О, гопи, как сможем мы пересечь безбрежную тьму разлуки с ним? When he brought us to the assembly of the rasa dance, where we enjoyed his affectionate and charming smiles, his delightful secret talks, his playful glances and his embraces, we passed many nights as if there were a single moment. O gopis, how can we possibly cross over the insurmountable darkness of his absence? Как сможем мы жить без друга Ананты, Кришны, который по вечерам возвращался во врач в окружении пастушков? Волосы его и гирлянды были покрыты пылью, поднятой копытами коров. Играя на флейте, он пленял наши умы смешливыми взглядами краешком глаз. How can we exist without Ananta's friend Krishna, who in the evening would return to Vraja in the company of the cowherd boys, his hair and garland powdered by the dust raised by the cow's hooves, and he played his flute. He would captivate our minds with his smiling sidelong glances. Шукадева Госвами сказал: произнеся эти слова, девушки Враджи, связанные с Кришной неразрывными узами, впали в великое беспокойство, чувствуя надвигающуюся разлуку с ним. Позабыв про стыд, они громко причитали: «О Говинда! О Дамодара! О Мадхава!» Шукадева Госвами said, after speaking these words, the ladies of Raja, who were so attached to Krishna, felt extremely agitated by their imminent separation from him. They forgot all shame and loudly cried out, «О Говинда, Дамодара, Мадхава!» Чтобы мы потихонечку приближались к той бхаве, которую мы должны развить перед тем, как мы получим возможность встретиться с Кришной. In order for us to come closer to this particular bhava, which we should attain in order to be with Krishna. Надо пытаться понять ее. We should try to understand it.
Потому что без бхавы невозможно прийти в духовный мир. Because we can't attain spiritual world without bhava. Во врач не приходят просто потому, что тебя пыльным мешком по голове ударили. We can't go to врач, can't get there if you just if someone just put the bag of dust on your head, beat you. Ну, кирпичом тебя по голове. Or someone beat you with the brick on your head. То есть просто помирев даже в обществе вайшнав, ты на Голоку Вриндаван не отправишься. Even if you leave your body in the company of Vaishnava, you won't attain Goloka Vrindavan. Даже если они там будут петь вовсю, ты на Голоку Вриндаван не отправишься. Even if they will chant at this moment, you won't attain Goloka Vrindavan. В честь чего, если у тебя бхавы нет? If you don't have bhava, how can you go there? Тогда нужно просто, если бы это было так просто, вот какой-то киртан поется, взяли, перерезали все горло, как вчера, вот, как барбарик. И все, и духовно, и на Голоку Вриндаван. If it is so simple that during some good kirtan one can just cut his head like this barbarika and go to Goloka Vrindavan. Ничего ж не получится. Such person will fail. То есть ты, и ты не можешь просто ждать, что она сама свалится, эта бхава придет к тебе. You can't just wait that this bhava will just fall down on your head. То есть Рупа Госвами говорит, что нужно следовать по стопам тех, кто любит Кришну. Враджа Лока Анусара Тага. Рупа Госвами tells us that we should follow the footsteps of those who love Krishna. И анусара значит следовать. Раджалока анусарана. Анусара means to follow. Не подражать. Not to imitate. Подражать — это делать что-то внешнее. Сари одеть. Мужчина одевает сари. Да? To imitate means to do something external. For example, for men to wear sari. Анусара означает следовать, значит понять эту бхаву. Анусара means to follow, to understand this bhava. Не слушая, ты не поймешь. You cannot understand it without listening. Даже слушая, не поймешь. Even by hearing, you cannot understand. Но анудинам адарат, если ты будешь постоянно слушать и с почтением, то шанс есть, что старшие и Кришна, гуру, прольют милость. But, пускай он что-то поймет. Анудинам адарат, if you hear about this constantly with the respect, then seniors may see this and may give their mercy to you, and then you will understand. Потому что сам процесс, вот это как следовать, это означает, что мы сопереживаем тем, кто любит Кришну уже. Because this process, how to follow, it means then we do it in the same mood as those who love Krishna. We reflect the feelings in our heart. Nothing we're doing. We just try to understand this bhava, following this bhava. We're not doing anything. We try to understand. Yeah. Oh. Doing it, оно карном будет. Подражать. I meant doing, we are hearing, doing hearing process. Ну, лучше расшифровывать. Я тоже пытаюсь слова подбирать так, что... Поэтому и это называется садхарана карана. It is called садхарана карана. То есть когда мы, слушая про какого-то героя в лилах Кришны, мы сопереживаем его чувством. While listening about particular personality in Krishna's lila, particular hero, we reflect his feelings in our heart. И сейчас, и тогда, в принципе, в его настроении воспевать будет святое имя будет намного слаще, проще. And then if we try to chant holy name in his mood, it will be much more sweeter for us and easier. То есть святое имя будет наполнено для нас бхавой. Then the holy name for us will be filled with bhava. Бхава имеется в виду не общее состояние наше, что мы на уровне бхавы, а бхава имеется в виду настроение этого преданного, этого возвышенного преданного. Оно будет отражаться в нашем сердце все больше и больше.
Bhava here means not our level of our bhaktis that we already attained bhav. Bhav means the mood of this devotee, which will be reflected in our heart. Поэтому это очень интересно разбираться, как кто-то произносит эти имена, как that, кто-то зовет Кришну. That it is very interesting to study to understand how someone calls Krishna, how he chants holy name. Нужно всегда искать это, потому что это основная наша практика — звать Кришну. We should always look for it, because our main practice is to call for Krishna. То есть, когда мы читаем Кришна-лилу, when we read Krishna-lila, один из основных моментов, который мы должны подмечать, это когда, о, здесь кто-то зовет Кришну. One of the main points for us should be, it's when we see, oh, someone is calling Krishna now. Потому что, смотрите, можно было прочитать так. Because we could read in this in such a way. Произнеся эти слова, девушки вража, связанные с Кришной неразрывными узами, впали в великое беспокойство, чувствуя надвигающую разлуку с ним, позабыв про стыд, они громко причитали: «О Говинда, о Дамодара, о Мадхава». After speaking this verse, the ladies of Raja, who were so attached to Krishna, felt extremely agitated by their minutes. Это то, как мы читаем Шримад-Бхагаватам. Как мы обычно читаем Шримад-Бхагаватам. И ничего не происходит. Nothing happens. Потому что нужно хотя бы в этих местах, где произносит кто-то имена Кришны, нужно остановиться и заново прочитать. At least in such places, when someone calls Krishna with his names, we should stop and read again. Кришна, Кришна, Махабхаго. Кришна, Кришна. О, могучие руки. О, повторить сложно, да? А что у тебя там, фрот, у тебя гад-гада или что? Я просто думал, все будут повторять. Все, значит, это как это? Все, значит, можно потише, да, повторять? Поэтому у нас санкиртаны не получаются, потому что каждый думает, ну нас много, все потихоньку раз и получится что-то. Everyone thinks that as there are many of us that I could not do, as I may not do chanting in full endeavor, because together we can do something. Зачем мне повторять на 100%, когда все на 70% повторят, и я на 50%, и все будет хорошо. Why громкий киртан. To do full endeavor, 100% endeavor in chanting, if I can do half endeavor and everyone also do it together, it will be good result. Нет. Но я думаю, что хорошо все получится, если все вместе это хочешь. Нет, ничего не получится. No, it will be not good result. Это не будет сам киртана. I may think самья киртана. Yes, yes. I may think that it will be good result, but really it will not be good result. It will be. Самья киртан, когда я 100%. Самья киртан means I'm doing my 100%. Ты делаешь 100%. You do your 100%. Ты делаешь 100%. You do your 100%. И ты делаешь 100%. And you also. Если ты делаешь 90, ты nonsense, негодяй. If you do only 90%, you're rascal. То есть у нас получится петь как шивасангами только тогда, когда каждый из нас на 100%. We can chant like devotees in Shiva Sangam if every one of us does his 100%. И Господь Читания настолько чувствовал, что если кто-то не на 100%, вот дверь. And Lord Chaitanya felt this, and if someone would not doing his 100%, Lord Chaitanya showed him the door. You can sing outside. Ты можешь воспевать там снаружи. Но вот в этом храме мы поем на 100%. But in this temple we are doing our 100% in chanting. Если здесь в храме не согласны с этим, if in this temple someone doesn't accept this, мы пойдем в другой храм. We will go to another temple. Или мы пойдем куда-то на природу спрячемся. Or we go to some nature, some place in forest or nature to hide. Если у 20 человек не получается на 100%. Пускай нас будет 10. If 20% cannot do the 100%, may it be only 10%. Пускай будет двое. Or 2%.
Пускай будет один, как Гопа Кумар, будет санкиртан на 100%. Or even if there will be only one person, but he does his 100% like Gopa Kumar, it will be санкиртан. Санда Госвами называет киртан Гопа Кумара санкиртаной. Так Госвами calls киртан of Гопа Кумар санкиртаной. Он один поет Гопа Кумар. He chants alone. Санда Госвами говорит, это санкиртана. Санда Госвами tells us that this is санкиртан. Потому что на 100% бава. Because he chants with 100% bhav. Выложился на 100%. His mood is he made 100% endeavors. Ты хочешь победить? Do you want to win? Должен на 100%. You should do your 100%. Поэтому это очень интересно разобрать. Даже вот этот текст Говинда Дамодара Мадхавати. Therefore, it is really interesting to study in details this text Govinda Damodara. Как гопи повторяли? How gopis chanted? Бруванах. То есть они говорили так. They spoke like this. Вираха с чувством разлуки. Вираха with the feeling of separation. Okay. Я должен понять, что такое чувство разлуки. Then I should understand what is the feeling of separation. Как произнести Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Брована значит слух. Брована means loud. Говорю. То есть вслух говорю. Харе Кришна. Как это вираха, чтобы было? I chant loudly, Харе Кришна, what is вираха? И я не должен сравнивать, я не должен думать, это как я. Ну вот у меня, помню, в детстве там потерялся, мамы не было, так что-то вспоминаю про свою маму, про меня. Нет. I should not think about myself at this moment. I should not imagine the situation from my childhood when I was lost and my mother wasn't with me at the moment and then. Я не должен думать про себя. I should not think about myself at this time. Садхарана карани означает, я должен думать, как гопи это делают. Садхарана карана means I should think how gopi does do this. Gopi что does this. Для них значит вираха? What is viraha for them? Это не придет сразу. This will not come at once. Но надо начинать с правильного действия. But we should start from the proper action. Надо понимать, гопи любили Кришну больше своей жизни. Gopis loved Krishna more than their own life. Они готовы за него умереть тысячу раз. They are ready to die for him, to leave their body for him 1000 times. Их и тут их любимый уезжает. And now their beloved is going out, departures. До этого они испытывали разлуку, они говорили. Трути, мгновение без тебя. Ататият Баван, Аниканам, Трути, Юга, это Трути Юга. Трути, как Юга. Разлука с тобой всего лишь на долю секунды, как целая Юга. Before previously they felt in their separation that one Трути is like a Yuga for them. И это они когда пели, они это пели, напоминая себе. Как Кришна уходил в лес и приходил обратно. То есть они знали, Кришна ушел, он придет. И даже это, в этот момент, понимание того, что ну, Кришна только пасти коров пошел, он придет. Но даже это мгновение разлуки, как Юга. They chanted this in the period of the day, during which they were waiting for Krishna to come back from the forest of Vrindavana. They knew that Krishna will come back soon. Although even in such condition, a moment of separation was like yuga for them. И теперь сравните, а теперь он может уехать и не приехать. And now he can departure and never come back again. То есть, если бы они спели тогда, Говинда, Дамодар, Мадхав, ну вот каждый день. If... Ну, каждый день вот повторяли Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Ну, каждый день вот, с разлукой такой. If previously they chanted Govinda, Damodara, Madhava, if they chanted this before every day, like daily activity, like we chant Харе Кришна daily. То как они повторили теперь?
then we should meditate how, in which mood they chanted these names now. Как теперь это будет? Харе Кришна. Как это будет вообще? How these names will be chanted now? Ну мы не сможем повторить. But we can't chant like. Нам надо одному где-то в пещере остаться, чтобы точно я знал, что меня никто не услышит, чтобы тогда я мог прокричать так. We should be alone in some cave in order nobody to see us while we chant in such a way. Или тогда рядом с нами должны быть только те, кто такого же настроения на 100%. Or only those could be with us in such moments who are in the same mood. Поэтому с Мадхавендрой Пури был кто? Только он один. Therefore, Madhavendra Puri stayed alone. Когда путешествовал, где он один был. When he was traveling, he was alone. Чтобы плакать можно было на полную катушку. So he со всей силы. Cry, he could cry fully, in full extent. Потому что он первый, кто понял все это настроение Гопи Бабу. Because he was first who understood completely this mood of Gopi Baba. Он первый, кто понял это чувство вирахи. He was first who understood this viraha feelings. Он первый, кто принес это. He was first who brought this. И поэтому он смотрел на других саду и понимал, они ничего не поймут. And therefore he looked on as he was looking on other sadhus and he understood that they will not understand anything, they won't understand. В основном все хотят освобождения. Usually everyone wants liberation. Или какой-то любви к Богу. Or some love to Krishna, to God. Но никто не хочет любить Кришну так, чтобы было больно. But no one wants to love Krishna so much that he would feel a lot of pain. Если ты не понимаешь, что такое настоящая любовь к Гопи, ты будешь думать, это огромная боль. If you don't understand the essence of Gopi's love, then you may think that it caused so much pain. Рамачандра Пури так и понял. Он говорит, ты чего скорбишь? Рамачандра Пури understood in this way. He was asking him, why is regretting so much? Гурдев, ты чего скорбишь? Why is so pitiful? What are you doing now? Я говорил два раза повторял. Он кому обращался? Гуру. Ты это не произнес. Гурудев, yes. Why Гурудев? Why are you so pitiful? Why are you lamenting? Но приближаться хотя бы на уровне внутреннего, то есть если мы не можем это внешне выразить, потому что нас не поймут, скорее всего, трудно найти как бы сангу, в которой что-то вы поняли. Usually we can't express this externally, because it is difficult to find the proper sangha, and we should come to this internally. Но по крайней мере вот внутренний зов, который ты смог бы сделать. Вот представить, как гопи сейчас, вот Кришна уезжает, вот Баларама, Кришна сидят на колеснице, Акрура возит, и как бы вот своим внутренним голосом позвали бы, попытались бы эти три имени Кришны сказать, Говинда, Дамодара, Мадхава, вот как бы это было бы? At least you should try by your internal voice, internal call in your heart to call for Krishna in this three names, Govinda, Damodara, Madhava, in the mood of gopis who see like Krishna departures from Vrindavana hell. И здесь вот эти слова в стихе помогают. And here these words can help us. Вираха, чувство разлуки. Вираха, the feeling of separation. Должен узнать, что такое разлук. You should know what is the separation. Должен почувствовать, что такое разлук. You should feel what is separation. Атурах, охваченное. Атурах. They are captured. Бришам, крепко. Strongly. Враджа, стриях, женщины враджа. Women of Raja. Кришна, к Кришне. Кришна, towards Krishna. То есть в стихе прямо есть кто. К кому, как? In this verse we can see who, to whom and how. Это называется понимание расы.
This means the understanding of rasa. Нужно пять составляющих расы знать. We should know five ingredients of rasa. Должна быть стая бава. Какая здесь стая бава? What is стая бава here from the verse? Какая стая бава? What is стая бава here? Кто знает стаи бавы? Пять основных стаи бав. Да. Хер мадурья. Здесь мадурья. Шанта, дася, сакья, вацаля, мадурья. Здесь мадурья. Стаи бавы — это один элемент. Второй элемент — вибава. Second element is вибава. Обязательный элемент. It is essential element. В вибаве есть два подразделения. Один — это аламбана. In vibhava we have two things. One is alambana. И в аламбане — вишая, ашая. In alambana we have вишая and ашая. Вишая — это тот, кого любит, кто принимает любовь. Вишая is the object of love, who receives love. И здесь говорится к Кришне, любовь к Кришне. And Кришна — вишая. Here it is stated love towards Krishna, to Krishna. А Krishna кто его любил, называется Ашая. And who loved Krishna, he is called Ашая. Здесь Ашая — это враджас тринам. Here is Ашая, враджас тринам. Женщины враджа. Women of Raja, gopis. И вторая составляющая вибавы — это удипана. And the second part of vibhava is udipana. Чтобы раса состоялась, должен быть стимул любви такой, чтобы прямо снесло голову. In order to, for rasa to happen, it should be some stimulation of love that can make us crazy. Для тех, кто очень сильно любит, для него стимул может быть очень маленьким. For those who loves strongly, he may need very little stimulation. Увидел украинский флаг, подумал: Рада Кришна, Боже мой, и плакать стал. One may see Ukrainian flag and he may say, "Oh, Боже мой, как хорошо! Теперь весь мир окрасился украинский флаг. Везде, везде я вижу Радыш Ям." And he starts to cry and he's thinking, "Wow, it's so good! Everywhere in the world now, people may see this Ukrainian flag and I may cry because of thinking of Radha." Куда ни еду, в какой город приезжаю, Цюрих, там Штутгарт, не знаю, Ганновер, там, куда ни приезжаешь, я в Париж поеду, я уверен, что там тоже увижу Радыш Ям на улицах. In every city where we are traveling, we can see now, I can see now this Ukrainian flag, and even when we go to Paris, I'm sure that in Paris we also will see this Ukrainian flag. Радыш Ям я увижу. Это ты увидишь украинский флаг, а я увижу Радыш Ям. Он, I will see. Он патриот просто. Патриот. Анарасик. Окей. Дальше что здесь? Вишакта привязаны, манасах, их умы привязаны к Кришне. Вишакта, манаса, they minds are attached to Krishna. То есть это говорит о любви их. Сильный. It shows the strength of the love. И что произошло? Висриджа ладжам, стыд оставив. Висриджа. They gave up their shyness. Ладжа — стыд для девушки. Ну, стыд. Shame. Shame. Перед всеми показать свою любовь? Ну, это вообще никак. For the young girl to show her love in front of everyone, it is not possible. Это не то, что сейчас все стоят, целуются там на улицах, обнимаются. It is not like now everyone is staying on the street and kiss each other and embrace each other. То есть любовь скрыта. The love чем is... больше это скрыто, тем юноша, тем более возлюбленные чувствуют внутри. Эмоций. Real love is hidden, and as more it is hidden, as more beloved feel some emotions towards. И вот то, что помогает скрыть эту любовь, есть застенчивость или ладжа, стыд такой. And this shame and shyness they help to hide the love. То есть вот эта shyness больше подходит.
То есть вот эта эмоция, она помогает скрыть любовь. This emotion helps to hide the love. А с другой стороны, она внешне показывает, любит. And from the other side, it shows that he loves, or she loves. То есть Кришна видит, о, застеснялась как, щечки порозовели, глаза отводит, любит. Krishna may see, due to this, while looking on the symptoms of shyness, that Gopi hides her eyes from him, and that she feels this shyness and she loves Krishna. Щечки порозовели. And her cheeks became little pink. И вот здесь, оставив весь стыд. And they gave up all the shyness. И что они сделали? Руру дух сма, они причитали. Руру дух сма, they... Крайн. Руру дух. И су сварам, громко. And loudly. Свара, голос, ну звук свара. Су сварам, громко. Су сварам means loudly. Это очень похоже на... После того, как заканчивается песня Гопи, Гопи Гита, то 32 глава, 10 песня начинается как раз с этого стиха, когда говорится, как они пели. Как они пели вот в повседневной такой песне. In the next verse after Gopi Gita, it is said how they were singing. Сусварах, Рораджан, Раджан, Рудух. То же самое, сусварам, то же самое, рурудух, причитали, громко плакали, рыдали. They were crying loudly. Кришна, Даршана, Лаласа, то есть они желали встречи с Кришной. They wanted to meet Krishna. То есть желая встречи с Кришной, они уже, у них было такое состояние вирахи, которое выражается в громком плаче. Because of the desire to meet Krishna, they had such mood of viraha, which exhibits like a loud crying. То здесь, по идее, нужно было поставить слова еще более мощнее. So here in this word we should put even more stronger words. Но я не знаю просто вот по... есть ли такие слова или нет. Уже сусварам, уже руру дух. Уже рыдали и уже громко. But I don't know if there are some, if there are more stronger words, because here they already cried and already they do it very loudly. И там, где они рыдали после Гопи Гиты, это рыдали они на берегу Ямуны ночью. Ну, нету никого другого с посторонней бавой. After Gopi Gita, they were crying on the bank of Yamuna at night, and no one with another bhava was there. Не было ни родителей там каких-то, которых можно, нужно стесняться. No parents towards whom they may feel some shyness. Каких-то старших гопи, гопов. Or senior gopis. А здесь Кришну провожает вся деревня. And here all the village came here to look how Krishna departs to... Как же нужно сойти с ума от любви, от этой эмоции разлуки, чтобы при всех громко звать Кришну, рыдая. So they should be in such a madness that in front of everyone they called Krishna while crying very loudly. То есть это не просто «О Говинда, О Дамодара, О Мадхава». It's just not like «О Говинда, О Дамодара, О Мадхава». Это должно быть громче, чем в прошлый раз. It should be louder than previous time. Когда он оставил их на танце раз. When he left them during rasa dance. Это должно быть более сильное рыдание. It should be stronger crying. И совершенно оставив себе стыд. Виладжа. And completely to give up all the shyness. То есть здесь будет висриджа ладжам, получается виладжа. Если мы составим два слова эти, висриджа. If we compile these two words together, put this combine and put these two words together, it viladja we can. И про святое имя очень красивый текст.
And here is very beautiful text about the holy name. Что если ты чувствуешь, что у тебя нет вкуса к святому имени до сих пор? If you feel no taste for the holy name yet, ты должен, оставив всякий стыд, you should give up all the shame. День и ночь повторять святое имя. You should day and night chant the holy name. Но если ты будешь повторять просто Хари Кришна, Хари Кришна, долго надо будет повторять. But if you will just chant simply Хари Кришна, Хари Кришна, it will take a long time for you. Но если ты будешь Сусварам Рурудух Идираха, это будет намного быстрее. But if you will результат. Do with this mutu Сусварах Рурудух и Антвираха, it will be much more faster. Громко, рыдая и в состоянии разлуки с Кришной. Loudly crying and in separation to Krishna. Не с мамой. Not with mother. Не с ребенком. Not with child. Не по какому-то освобождению или раю. Not for some liberation or heavenly planets. Or избавиться от болезни. Or to be cured from Спаси some disease. Спаси Кришну, умираю. To call Krishna, I am dying now. Ну, можно же рыдать так, ну и громко даже. Больно мне. We can cry in such a way, and we can do it loudly while feeling some pain. It's so painful. Но это не вираха. But it is not viraha. Должно быть все вместе. It should be together. Громко. Loudly. Рыдая. Crying. Но от чувства разлуки с Кришной. But from the separation to Krishna. Не разлуки по себе любимому, но здоровью своему. Separation to ourselves, to our health. Когда мы наконец начнем делать правильно все, у нас очень быстро наша практика станет вкусной и быстро приведет к результату. If we do it properly, then our practice will give us